По меньшей мере 2000 человек погибли и несколько тысяч пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Ливии. Причиной катастрофы стали проливные дожди, которые принес шторм Даниэль. Потоки воды разрушили стареющую инфраструктуру, в том числе защитные сооружения. Город Дерна оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. Пропавшими без вести числится около 6000 человек. Ведутся их поиски. Ситуации не способствует политический кризис в Ливии. Страна расколота. За власть борются два правительства. Одно на востоке, другое на западе.